чисто подавлять, да? Ну да, кидай птуры туда, да. Так, Алик, Алик. Да, слушаю. Стой, не там еще, не там. Да, да, Джули, давайте побежим. Ты чё, каш, что ли, блядь, сука? У них эти... Уже пизды получаете. Ага. Да. О, привет. Я катапультировался. А, так понимаю, уже получилось. Живем, живем. Нахуй ты катапультировался. На Шерлика сразу не слышу. Но я обосрался. Фаллон, бери эту. Я думал, мне происходит. Джет бери. На ПВО никто не поедет? Берите ПВО. Кто там? Мне кто-то уже взял. Ну я взял, типа, но у меня... Ну все, едь, значит. Вы сбили хотя бы их мишку или нет? Нет, не сбили. Нет. Так, очки я... Все а, нормально, да, Фантик? Я живу, да. Да. Таймфи чё? Чё, ничего пока. Все. Сейчас опять на черт. Фаллон, ты да, берешь да, это миг? На джипе и поставим слово GD, давайте как пять. Да. Все, бери. Блять, касс вертолетный на Лима-1. Лима-1 касс. Блять, ну хули, Frozen. Информация по вражеской технике есть какая-нибудь? Класс, на Лима-1 вертолет, сказал. На девятку толпа. На ПЦ танки. Пиздец. Я тут садись. Просто толпичи на девятку. Где эти твари? Еще раз, КАЗ был на Лима-1. Это я понял, а по пехоте инфа. Все, больше не катапультируйся, это хуйня полная. На девятке толпа врагов. Франц, на троечку можешь скинуть ящик? Все, все, принял. На мейн и к вам. Кассу уходим. Между прочим, тут не птуры. В смысле, блядь? Это не птуры. В смысле, у вас дроп на мишке? Нет, они прямо летят. Это нары, они, которые ты путаешь, может их? Да он стрелок. А, птуры в это, в девятку хуярь. Развернись. Или он может просто... Все птуры сразу же. Я не помню, там есть вот там этот выбор? Там нет лазера, блядь, они сами на улице, они сразу купили. Давай, давай, все, все, все. Все, я улетаю. Динкус, ты забрался. Полторы а чё ты било? Они работу выполняют, не посадку, что этот, расстреливают. Они ж не сливают его просто так, смотри, они простреливаются. Какому нахуй седьмому? Ход никого не убили. Что-нибудь есть на мейне? Ну, я репорты кидал. Всем похуй. Да, да. Покидай репорты, хоть укидайся ими. Танк сейчас на эхо-1, типа. Эхо-1 танк. На пехоте наш. Да. Можете въебать по нам просто похуй. На Алекса получил там пизды сквадом, блять. Белый дым я тебе кину, да.
Да, а, у него там понятно. 4 синька живых осталось, блядь. Полезный хаб. Он, скорее всего, пукнул, блядь, попал. У меня КАЗ 2000. Угу. Две стола у меня на хвосте. Я спустился 1700, он у меня по мышке работает, 1900. Видишь его? Я пропилил его чуть-чуть, извините. Ну, я горю, до свидания. Эхо, эхо, одинки по три, зайдите, полазит просто. И кто-то подо мной горит он тоже. Минус. Ну ты один-один, у меня лог 2300. Ну он за тобой, окей, я ушел. Ну за мной летает еще гандон. А, да? Да, ты еще вернее, летает. Он 2200 был, моим трупом летает сейчас. Вот я сейчас тебя слышал. И кого-то постороннего помимо тебя. То есть он меня сзади хочет ставить. Ну либо где-то над тобой или под тобой. Я вот тебя перестал слышать. Только тебя. Да-да. Фому копает прям под кассом, куда я сейчас касс ударил. Ладно, Фому там копает. Только низко-низко подлетает, сразу он теперь над моим трупом летает опять. Он где-то под беспилотником, что ли. А ты там разве задал? Блять, это в районе беспилотника вроде. Да-да, вылухло меня. Мне показаться надо было, вроде больше никакого. В это, К6 квадратик пролетал наверх. Фобу копают, можешь бомбу кинуть, если хочешь. Он минус. Ящик скинул? Все, касс и минус? Да. Хорош, ну, лучший. Мишка осталась уже. Мишку мишка, разберемся. Это, лучший. Правда, по итогу, как обычно, разбираем. Ты скинул там, где высаживал? Ну, знаю, ты сыграл свою роль очень хорошо. Ты был достаточно ключевым звеном в нашей победе над кассами. Тебе, если не сложно, можно дать несколько лидеров, мне просто будет кто-нибудь метки ставить, чтобы бомбить. Бля, давай я тебе буду ставить, я же тоже себе ставлю метки. Ты тебя пока попросишь, я уже за это... Не, ну а как, мне же тоже метки ставить надо себе. Тебе на эти метки нужны? Да. Ну а как? Чтобы что? Бомбить, блядь, нарами, ты шо? Вон, ладно, так вон, блин. Драк выкатывается на альфе, вейпоинт. Скорее всего, с полной пехоты. Драк выкатывается на альфе. Или чё это, блядь, он сказал? Отсюда нет. А сер уехал в гуд. Рашки касс спотаю. Джулет 3 идет на юг. Высота низкая очень. А касс, касс у нас низко. На восток развернулся. Хорошо. Сами его разъебали. Минус. Один, два транса. Под ним два транса. Два транса под ним. Сами его убьет? Нет, мы улетаем. Прямо на флаг нашли. Ебашь их. Бля, ебать нам повезло, конечно. Ловушки, эти, да, ловушки, да. Мало, я смотрю на него, я уже понимаю. Да. Вы разъебаете? А как эта хуйня вообще работает? Я не вижу, я не вижу. Я зажимаю, они, блядь, падают. Прямо лицо. Сбил. Не, мы не надо не зажимать, надо много раз кликать. Давай транс, еще раз там пройдем. Если я кликаю, они просто прямо летят. Ну, они летят туда, куда ты их кликаешь. Все, я сбил оба. Хорош лучше. Да нет у меня. Они летят мне просто сильно. По низам вдвоем. Ну да. Трекая. И тут я заметил, что у нас, блядь, одна фоба на всю игру, нахуй. Блять, а как они все к фобы снесли, я не понял. Может, дохуища фоба. На метке брал вейпоинт, ящики хваляются. Саму фобу не вижу, она в доме где-то может быть. Дай метку, вот Индия 4-3. Бля, ну ты поздно сказал. Я... Так. Да. Вот эту?
Где-то на Браво. Или Браво а, тебе. Есть. Ну я и Браво сразу хотел. Там у них это ящик и фоба. Судя по звуку. Хотя давай я тебе в натуре дам. Работай. Спасибо. Мне же в натуре легче с этим всем. А, у нас... Ми-24 её этого убили? Нет. Да, у них все кассы минус. А, ебать, у нас транс умный нахуй. Хуй пойми, где летают, блять, на мейне их нету, на Эрфилде тоже. Чё он там делал? Под беспилотником шилка. А суплайка едет в лес М6, только что видел. Пиздец. Ща да там вырубим. Подожди, пока я заряжусь. Блять. Сейчас я заряжусь, окей? А тут дискотека. Чё за долбоёбы на трансах, нахуй, они даже сесть не могут, блять. А, он еще и, блядь, вышел. Ебать, он умный, сука. Я вспомнил, как я один раз из транса вышел и сразу же сел обратно. Эти долбоебы не могут даже на, блядь, хилпад сесть. Ебаный стыд, блядь. А я за Польшу сейчас играл. Там транс чисто подлетел, где NPC-шки чинятся. Типа туда заряжаться. А чё он там маркерит? Давай инфу хотя бы, Меркерс. Там БМП на метке крафтан. И что ты молчишь? Ну, он только сейчас мне об этом сказал, потому что... Ладно. Сейчас будем работать, готовься. Кликай много раз в туром по нему. Тут, кстати, на лазере какая-то хуйня катается. Убил танк, это был. Танк это был. Еще раз можешь? Че, я убил его. А. Ай, блядь. Пизда, как мы выжили! Я чуть в дерево не уебался, нахуй. На метке крака пехота, возможно, кассовая, конечно. Понял. Уебался, долбоёб, сука. Накатайте репорт на Топаса. Шук, на нет. Да репортить их нужно. Ладно, пока не буду. Всё, минус он. А, блять, там же шилка сейчас помешает, наверное. Видел. Не могу. Ухожу. Сейчас вторым заходом выебем ее, понял? Я соплю. Ушатал.
Да нам не сопля. Она была правее компаунда, понял? Сейчас я залью туда. О, блядь, да мимо, ладно, похуй. Отбомбил? Нет, зарубал ее. Хорош лучше. Нахуй. Там у них может фоба, блядь, хер знает. Там? О, понял, понял. Да, там дымы какие-то, просто ориентировочно лазер. Я пустой на мой. Я сейчас буду работать. Я бы не советовал, потому что там хуй знает, что есть. Да я похуй. А я отсюда видел. Пока не вижу, что там есть. Правда, у них где-то фобу в Джокер один отметили, блядь. Плюс один танк, что это значит? Ага, понял. Ну, плюс один человек в танк. Ну, дымы пропали, возможно, там просто пехота бежала. Сейчас зайду, скажи. Сама пока нет ничего. Сейчас бегаю пока до Джокер 2, посмотрю, что там за фоба есть. Можешь снестись, можете спокойно. А, там где-то стоит, блядь, я не туда зашел тогда. Бля, найду, поставлю лазер, не найду, хуй с ней. Ой. Только туда бомбишь. Там еще что-то есть? Фоба. До сих пор распаунится, что ли? Джокер 2. Угу. Сударь. Ну, если я найду мишку, просто спанишь, можно по ней отхуярить. Да, там она в окуне стоит, вроде бы. Где-то, раз, севера, где-то слышу сама работает. Самое главное, чтобы со мной сейчас синий, блядь, не перлись. Сейчас работаю тогда по метке. Что-то тяжелое по верхнему панишу ездит. Похоже на Росомаку пока что. Бля, я не туда скинул, ебать! Сейчас пизда будет. Нет, одного скинул. Слава богу. Вторая просто не затонировала. А, кстати, пуск был с фобы Джокер 2. Джекер 2, понял. Ну, я блин, там наша уже пехота, вижу. Работать не буду, получается. Так, а если там пуск, то я тогда сейчас с севера зайду, точнее с паниша. Сди, блядь, никогда не буду просто. Это может ручник был. А, кстати, у меня Росомак на 165. Лазер, актуальный. Я походу спустя, сори. Я тогда зайду, да. На Росомак. Хотя мы навряд ли его увидим. Он пока не видит меня. А моего, он же в лесу, да? Нет, он на лазере у семерки прям. Ну это лес, блядь. Он, ну, в поле как? Стоит, я у леса. Он просто стоит вот тут? Он просто в поле стоит, едет сейчас. Обновляю лазер. Он едет пока. Держи, я держи. Лазер. Я не вижу лазер. Ага. Не вижу, по полю поверить. Блядь, охуеть, семерки под семеркой. Не, нормально, пожалуйста. У меня ловушек мало, бомб нет. Бля, ладно. Еще 20 минут, да. Угу. Я сейчас выйду в другой. А, вы обосрались? Ладно. Да, чутка. Купился на этот лазер обоссанный. Аквана. У них скоро эти будут. Класс. Аквуан. Соответственно.